Друзья, привет! С вами основатели Канцклуба Мария Астафьева и Картузова Светлана. Что такое Канцклуб? Это объединение профессионалов канцелярского рынка. Кого мы объединяем? Производителей, оптовиков и розничные компании. Для чего был создан Канцклуб? В первую очередь для обмена опытом и знаниями. А именно, обучение продавцов и предпринимателей, прямое взаимодействие с производителями, а также для роста и увеличения прибыли всех участников рынка. Наше достижение. У нас в Канцклубе более 300 владельцев канцелярского бизнеса разного масштаба, от одного магазина до более сотни. Магазины наших участников расположены во всех регионах Российской Федерации и ближнего зарубежья. За первый год существования Канцклуба мы провели 2 конференции для наших участников. Запущено еженедельное дистанционное обучение от производителей для розницы по своим товарным группам. Мы являемся лидерами мнений в отрасли. Точно. И сегодня мы рады представить вам наш новый проект – первое канцелярское телевидение – Канцклуб ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить важнейшие новости отрасли. И добро пожаловать в Канцклуб!